Всем привет, друзья! С вами Эльза. Ну что, сегодня видео не в обычном формате. Я буду снимать игру Roblox. Только игры про супергероев там. Например, Кроссовер Легендс. Я вам расскажу, как получить на данный момент всех персонажей, которые можно. Не считая геймпасса. Геймпасс мы вообще в счет не берем. Так, вот видите, вот Таноса. Так, Альтона Бесконечности, Канга Завоеватель, тебя не знаю, наверное, ты Мефисто, наверное, а ты Даксайд. Этих мы не берем. Поняли? Поняли. Ну, давайте начинать. Кого же возьмем? Блин. Ну давайте. Ну тебя. Видите, мы спавнимся в городе. Ух, у нас все красиво. Так. Чай, shift, чтобы не мешало мне бегать. Ну что ж, сначала мы побежим вот сюда. Бежим. И здесь мы получаем зеленую болотскую. Блин, вспомните ее имя, как ее зовут? Она вроде в DC, а нет, не в DC, она в Marvel появлялась. Да. Так, и бежим после этого места налево и сюда заходим. Так, мы попадаем в это место, и не знаю, что это такое, наверное, автор что-то себе добавил. Бежим вот так, как я. И вот здесь у нас Америка Чавес. Америка Чавес, представляете? Так, сейчас мы будем получать героев, которые пока есть на земле. Пока. Ну, кто здесь? Так, теперь бежим вот туда. За профессор... Нет. Не-не-не, я не буду говорить за кем. Если вы услышали за кем, то это не так. Так, нажимаем на скок. И кто у нас здесь? Правильно, Феникс. Просто я здесь текстурка не прогрузилась, почему-то странно. Так. Дальше бежим направо. Бежим, я... Ну вот мы и прибежали к дому. Заходим в этот дом. Это дом Агаты Хакнес. Так, дальше поворачиваем направо. Видим лестницу, поднимаемся наверх. Так. И здесь у нас... Моника Рамбо. В своем каноничном, кстати, костюме. Беленько. Дальше. Так, здесь что у нас? А, вот дальше. Спускаемся вниз после лестницы. Так, видим здесь что? Правильно. Так, а как войти? Ай, ёшки-матрешки. Чё, офигели? Вот заходим. Поворачиваем. Видим, как у нас красиво. Я сделал графику нормально, чтобы было всем видно, куда все бежать, зачем. Если, ну, если у кого-то не позволяют, чтобы графика полная была. Ну, делайте, как я, короче. Так, заходим. И здесь мы получаем кого? А, это ее, короче, ее обычная одежда. Ну, делаем теперь ресет. Получили Агату Хакнес, ее костюм. Феникс, вот эту. Так, кого мы еще получили? Вот ее, Моника Рамбо. И пока что все это. И Америка Чавес, конечно. Так, дальше теперь. У Америки Чавес есть специальная способность, что она может и по земле, на земле быть. Или ты прыгнуться к зданию иллюминатор. Или в то измерение, где находилась книга Вишанти. Ну, мы нажимаем на H. И ты пыхаемся сюда. Теперь. Значит, мы пока заходить не будем. У нас здесь еще один квест. Так. Ну, делаем как я, если хотите, чтобы быстрее сюда добраться. Бежим, бежим. Так. И вот у нас здесь. Я не знаю, это не из Марвела, не из DC, а из какого-то, наверное, мульта. Ну, я так думаю. Не знаю, кто это. Мэджик, я не знаю. Честно. Что за персонаж?
Если вы знаете, напишите в комментариях. Мне будет очень интересно. Так. Ну, теперь заходим в здание иллюмината. Тех, бежим в те камеры, где находились Америка Чавес и Стрэндж. Поворачиваем налево. И здесь у нас Мария Рамбо, то есть Капитан Марвел из альтернативной вселенной. Где именно Мария Рамбо получила, а не Кэрол Дэнс. Так, дальше поднимаемся наверх, как в фильме. И видим здесь стулья иллюминатов. И угадайте, кто посередине. Давайте. 3, 4, 3, 2, 1. Это Профессор Хикс, как без него. Так, дальше снова ресет. Дальше берем каких-нибудь быстрых персонажей. Вот кого мы сейчас получили? Мы получили ее, она легендарная. И получили Профессора Икс, Чарльза Ксавье и Капитан Марвел. Ну, я возьму Капитан Марвел, потому что она мне сейчас понадобится. Так, дальше мы спавнимся, да? Чё, давайте, Эники, Бенники или Вареники. Ну ладно. Давайте сначала до Камахтаджа. Не, лучше до той. Да, советы до той лучше. Так, летим, летим. И угадайте, кто там. Ну давайте. Это из DC. Она довольно даже популярна. Появлялась в старых фильмах о Бэтмене 90-х годов. Давайте, даем 5. 4, 3, 2 и 1. Ладно. Кто угадал, то это... Как тебя зовут? Яд? Или как? Как тебя зовут? Poison Ivy. Короче, буду звать Яд. Можете меня исправить, потому что я не так сильно ее помню имя. Но она здесь, да. Так, теперь поворачиваем налево. Летим. Да, Камахтаджа. И летим, летим, мы летим, Камахтадж. Там можно получить одного персонажа, такого интересного. Угадайте, кто. Вонг или Стрэндж? Ну, дальше вот так делаем, как я. Нет, лучше не так, как я. Так, ищем. А, во, вот здесь сидит. Так. Здесь должен быть глаз Агамота. Но его что-то найти. Вот он. Он, короче, вот так находится от города. Так, вот глаз Агамота. Нажимаем на него. И вот наш Стрэндж. Круто? Конечно, круто. Ну а дальше я возьму также Капитан Марвел. И долечу до... Так, до... Во. До... Как он? Сейчас. Паско... Нет. А. Где Пьетро... Так, Пьетро и Ванда были. Заскови. Заскови, да. Ну, короче, летим до туда. Сейчас, погодите. Пока не туда летим. Пока не туда. В этом Заскови мы получим трех персонажей. Трех. И я вам покажу обязательно, где находятся все камни бесконечности. Я даже предупрежу об этом. Так, дальше. Видите? Вот здесь. Вот находится за Discovery. Спускаемся вниз. Советую делать это на каком-то одиночном сервере или на VIP-ке. Потому что здесь он может уже быть поломан. Берем, нажимаем на него. На фрагмент. Он ломается, мы получаем с коллекционера. Тоже с какого-то, наверное, мультсериала. Я так думаю. Так. Теперь. Здесь мы видим специальный люк в канализацию. Заходим. Так, я, пожалуй, полетом. Поворачиваем налево, потом налево. Нет, не так, как я, делайте, пожалуйста. А то у нас Энзо затупил. Вот, поворачиваем направо. Да. Теперь налево. Все правда. Перепутал. Так, нажимаем на криптонит. И угадайте, кто? Супермен, конечно, пишет. Как? Как? Блин. Что делать? О, так, сейчас вам покажу, где это находится. Так, сорян.
Долетался. Ща покажу, сорян. Что-то у нас пошло не по плану. Так, где же это находится? Открываем дверь. Так. Сейчас. От того места, где мы пришли, вот здесь, поворачиваем налево. Снова налево. И снова налево. Открываем дверку и поднимаемся. Так. Теперь бежим. И так. Куда бежим? Нашел. Опять. Так, все, я вернулся. Так, теперь идем. И поворачиваем направо. Нет. Ну да, направо поворачиваем. Потом идем вот сюда. Так, налево. И вот сюда. Итак, какой-то камер... Так, сейчас давайте искать. Вот, в третьей камере находится у нас костюм из Ванда Вижн финала. Берем, забираем. Вот, видите? А ну-ка, Ванда. Skin by Ванда Вижн. Теперь я снова беру Капитан Марвел и лечу до того места. Там мы получим целых 3 пикс, 3 персонажа. Но с третьим персонажем я расскажу по поводу попозже. Так, вот мы долетели до этого места. Ну, поворачиваем налево, хотите каменный. Так, это его в реальности получить. Ну, если вот так получить персонаж, то получаем здесь Билли, сына Ванды. Так, ну вот мы получили Вилкана. Так, все, спускаемся. Пойдем в дом Ванды. Здесь мы видим Даркхолд. Зайдя в него, мы получаем... Ну, не зайдя в него, а типа вот так. Мы получим бэдж Даркхолд и получаем Агату Харкнесс. Получается, мы Агату еще не получали. Логично. Сорян, я случайно ресетнулся. И сзади дома находится портал. Сейчас вам все расскажу. Погоди. Заходим. Здесь мы видим Мефисто. Советую заходить на Глобал, если вы хотите получить Мефисто. Он там сразу будет убит, и вы получите скин Банды из комикса. Я вам ставлю этот фрагмент. А вот чтобы получить Рейвен, как вы видели, надо идти к башне Титанов вперед. Из мультика там. Не, в DC. Ну, короче, DC легче. Так, сейчас. Заходим. Так, здесь спускаемся. Так, идем за мной. Заходим сюда. И видим здесь портал. И так здесь надо убить Тригона. Также я оставлю вам совет заходить в Глобал. Что он там сразу будет убит. И вы заберете Рейвен. Там также фрагмент вы видите на экране. Про этого персонажа. Идем вот. Возле, видите, возле этого горы, где находится замок. Идем. Так. Близились, берем и получаем Виктора. Это персонаж, который что-то там с Луной связан. А если вы хотите получить Даркхолд, то на этой горе, где север, ну, снег, поднимаемся на замок, спускаемся и видим здесь Даркхолд. Берем, получаем, не даже при ваших глазах получаю. Советы тоже на випке, ну или на глобале, если повезет. Беру, получаю.
И хопа, вот мы получили. Мы можем наблюдать за игроками, но из-за того, что я один на серваке, мне некем заглядывать. Получить книгу Вишан здесь обязательно нужна Америка Чавес. Нажимаем на клавишу J, заходим, и вот мы в измерении, где книга Вишанти, чтобы попасть туда, где я попал. И также, моя моя, поднимаемся, берем. И сразу говорю, если какой-то другой предмет активируется, то ваш предмет, который был, убирается. И мы должны заново получать. И вот я его получил, вот книга Вишанти. Вот видите, что делаю. Ну, короче, а кому было полезно это видео в этом необычном формате? То ставьте лайки или дизлайки, если хотите. Подписывайтесь на канал. А с вами был Энзо. Всем пока.